Высота 127. 200 Абрамова, наша мадам выступает. Жестко в спинку. Встала. Коленки. Ровненько вниз. Мощно вниз. До конца. Хорошо. Вставай. Молодец. Жди команду. Вот это все, молодец. Вот это надо было. Первый подход 95. Вес сами 95 килограммов. Вызывается мастер спорта международного класса Ирина Абрамова. Республика Казахстан, выступает. Ножки поставила. 30 секунд. Повтор. Легла все. Команды не было. Получше подай как следует. Какая руки? Подавай. Все, жестко взяла. Ирина Абрамова, Республика Башкортостан, город Уфа.
программы. Вес взяли. Вес на 500 килограммов. Выбирается Ирина Абрамова. Мастер спорта международного класса. Город Уфа. Башкортостан. Готовится Каширина. Вторая пина. К этому месту готовится Ирина Абрамова, лидер весовой категории, до 60 килограммов. Вес 200 килограммов. Называется мастер спорта международного класса Ирина Абрамова. Отлично. 211 килограмм. Второй подход. И Абрамов. Бесстанье на килограмм повышает рекорд России. На шагу 215 килограммов. К этому весу готовится Ирина Абрамова. 215 Абрамова. Арина Харикова закончила свое выступление с результатом 195 килограммов. Ирина Абрамова, мастер спорта международного класса, Республика Башкортостан, город Уфа. Рекордный вес. На самбо 220 килограммов. Ирина Абрамова. Четвертая попытка для установления нового рекорда России. После 20 Абрамова, четвертый дополнительный подход. Ирина Абрамова. Уже выступают в ранге чемпионки России на такой категории до 60 килограммов. Ее сумма на рекорде 522,5 килограмма. На втором месте Алевтина Галимова.
профессии Диана Сидорова, мастер спорта международного класса из города Нижневартовск, Ханты-Мансийского автономного округа. 487,5 килограмма. Четвертый дополнительный подход. На втором